Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. محمد عليه الصلاة والسلام родился на Аравийском полуострове благословенном городе Мекка. В Мекке находился храм священная Кааба. Это место поклонения основали пророк Ибрахим со своим сыном Исмаилом. Много сотен лет назад год рождения пророка Мухаммада называют годом слона. В тот год на Мекку хотели напасть враги и разрушить ее с помощью этого гигантского животного. Однако Аллах внушил слону остановиться и не приближаться к Мекке. Глава вражеского войска по имени Абраха не мог поднять свое боевое животное и находился в бешенстве. Вскоре по воле Аллаха на армию врагов напали птицы, которые забросали их жженной глиной. Так враги были уничтожены, а Мекка спасена. Именно в этот знаменательный год и родился тот, кто впоследствии станет посланником Аллаха. Мухаммад родился у женщины по имени Амина. У своего отца Абдуллаха он не знал, поскольку тот умер еще до своего рождения. Мухаммад принадлежал к роду хашимитов и был далеким потомком пророка Ибрахима по линии его сына Исмаила.